Оказывается, во Вьетнаме нищие неграмотные чернорабочие рисовых ферм всегда улыбаются. А в Швейцарии богатые и образованные жители из-за любой мелочи впадают в депрессию. Представляете? Как на самом деле живут люди в других странах? В Катманду – это обыкновенная казарма полицейской академии. Господи, чтобы они были живы-здоровы. Разрушаем стереотипы в программе Жанны Бадоевой. «Другая жизнь». Премьера. Скоро на Интере.